Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы дети Царя, за то, что мы избраны, за то, что мы оправданы, за то, что мы искуплены Твоей кровью и помещены в Твое Царство. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что мы дети Твои, и Ты спас нас, Ты изменил наши жизни, Ты коснулся нас, Господи. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе за новую жизнь во Христе Иисусе и за доступ к престолу Твоему и Твое присутствие. О, я благодарю Тебя, Господь! Я благословляю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. И я молюсь, наполни нас сегодня, Дух Святой, Твоим присутствием. Говори нам Твое Слово. Ты знаешь, как нам говорить. Ты знаешь, о чем нам говорить. Из нашей жизни, из наших обстоятельств, из того, что нас окружает. Господь, Ты знаешь лучше всего. И когда мы в Твоем присутствии, когда мы здесь, перед Твоим лицом, Ты можешь направить нас своим духом. Ты можешь сказать нам что-то, что может изменить нашу жизнь раз и навсегда. Мы доверяем Тебе сегодня, и мы ищем Тебя всем сердцем и душой. Господь, пусть Твое присутствие будет на этом месте. Пусть Твое Слово, Господь, оно звучит в нашем сердце. Пусть Твой Дух наполняет нас. Ты сказал нам, чтобы мы наполнялись Твоим Духом, чтобы мы наполнялись, как сосуд наполняется водой, Господь. И помоги нам не оставлять это, чтобы мы могли наливать и наливать и наполнять себя присутствием Твоим, Твоей мудростью, Твоим божественным откровением, Твоим Словом, Господь. Я благодарю Тебя за это время в присутствии Твоем, когда мы можем поклоняться, слышать Твое Слово, искать Тебя и сфокусироваться на Тебе, Господь. Сфокусироваться на Тебе, Господь, на Тебе, Иисус. Потому что Ты наш Господь, и Ты такой хороший, Ты такой хороший. Мы любим Тебя, Господь, поклоняемся Тебе. Благослови нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молились, и все да скажут аминь. Давайте еще раз улыбнемся кому-то рядом, скажем привет-привет. Классно тебя видеть здесь. Можете поздороваться кулачком и локотком, или как там, Миша? Правильно, Миша нам говорит здороваться кулачком и локотком. Спасибо, группа прославления, спасибо вам большое. И я сегодня хочу прочитать пару-тройку мест Писания. Нет, я прочитаю больше. Но вначале я хочу прочитать пару-тройку мест Писаний. И хочу говорить об одной важной вещи. Я думаю, что, скорее всего, мы слышали уже не раз об этом. Но Дух Святой побуждает меня говорить об этом. Я думаю, что, наверное, мы не все об этом знаем. Ну, не в смысле, мы не просто хотим что-то узнать новое, но нам полезно обновлять свои знания. И особенно, если это не просто важный предмет, но то, о чем я буду говорить, это не просто важно, это прикладной предмет, без этого невозможно в жизни. И, возможно, вы знаете, видели, слышали, нуждались и получали это, но жить дальше без этого вы не можете, и я не могу. Поэтому хочу поговорить об этом. Первое место Писания, которое я хочу прочитать, извините, это все три места Писания будут из притчи. 9 глава, с 1 стиха. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратитесь сюда». И скуда умному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мое растворенное. Оставьте неразумие и живите и ходите путем разума». Ок, не воспринимайте это как некий упрек, знаете, такой посыл. О, пастор читает, скуда умным сказала. Нет, нет, здесь речь не об этом, но в 9 главе книги притчи с 1 стиха написано о мудрости. И о премудрости. И вы знаете, кого олицетворяет премудрость, правда же?
об этом, может, попозже, но не будем прямо сейчас. И написано, что премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов, заколола жертву, растворила вино, приготовила трапезу, послала своих слуг своих провозгласить: «Обратись сюда». Она, у меня вопрос, это все так же еще сегодня, или это для тех, или о ком-то, ком было написано, или это сегодня актуальным является? Оставим этот вопрос в воздухе. Правда же? Я еще одно место Писания прочитаю. Здесь много мест Писаний по этому поводу. 8 глава с 1 стиха. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвещает голос свой? Она становится на возвышенных местах при дороге, на распутьях. А она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой». Я думаю, что уже, по крайней мере, классно поговорить об этом и размышлять об этом, потому что премудрость взывает к людям. А кто же она такая вообще? «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова мои, уст моих справедливы, и нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания». Ок, интересно. Слова мудрости ясны для разумного, для глупого не ясны. Знаете, он ни бельмеса не понимает в мудрости, потому что не хочет, наверное. Ну, это так, риторический вопрос, выражение, но здесь интересно. «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Мудрость, слышите, да? Мы ценим жемчуг, мы ценим драгоценные камни. И она говорит, мудрость, премудрость говорит, мудрость лучше жемчуга. И ничто из желаемого не сравнится с ней. Вы знаете, оказывается, что бы мы ни желали, не сравнится с мудростью, потому что мудрость важнее. Новая машина, карьера, еще одно образование, еще немного денег или много, еще один объект недвижимости. Ничто, nothing, ничто не сравнится с мудростью. Ничто не сравнится с ней. Мне кажется, это очень важно. Вас это интригует? Мне очень интересно. Ничто из желаемого не сравнится с ней. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень, ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. И еще одно место Писания, перед тем, как начать. Очень классно, помню с детства это место Писания. «Сын мой, если ты примешь» — вторая глава притчи — «слова мои сохранишь при себе, заповеди мои, так что ухо сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания, будешь взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище». Внимание! Внимание! Если ты будешь искать знания, ты будешь очень умный. Если ты будешь искать знания и мудрости, ты будешь очень образованным. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра. Как, кто из вас искал, когда вам иногда когда-то нужны были деньги просто вот так? Или просто вот нужны деньги. Вы их нашли? Вам нужно было срочно оплатить квартиру, да? Например. У вас не было денег. Но вы нашли, чем оплатить? Вы знаете, мы знаем, как искать деньги, когда их нет. Мы используем разные способы, не будем об этом. Но если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь. Вау! Что уразумеешь? Страх Господень. И найдешь познание о Боге. Потому что Господь дает мудрость. Вот он ключ. Господь дает мудрость.
Можно себе повернуться к кому-то, улыбнуться и сказать, ты понял? Ты понял? Господь дает мудрость. И мы говорим сегодня, будем говорить сегодня о мудрости, которую дает Господь. Из уст Его знание и разум. Итак, сегодня хочу поговорить с вами о мудрости. Мудрость – желанная вещь. Кто из вас скажет, да нет, пастор, мне неинтересно, что ты там глаголишь по поводу мудрости. Вообще это все полная туфта. Не хочу я, не работает, это все ерунда. Но я скажу, все согласятся с тем, что мудрость – вещь желанная. Все к ней тянутся, правда же? Она привлекательна, потому что мудрость является, мудрость, о которой мы говорим, мы там потом порассуждаем, что там Писание об этом говорит, мудрость, о которой мы говорим, является словом от Бога, потому что Писание говорит, что потому что страх Господень – начало мудрости, потому что Господь дает мудрость, потому что из уст Его знания и понимания. Я хочу задать вопрос. Вы знаете о самом мудром человеке, о котором мы слышали, кроме Иисуса Христа в Ветхом Завете? Конечно, Соломон и царица Савская, и другие приходили посмотреть на его мудрость, и не только на то, как он отгадывал загадки, но они смотрели на еду, на порядок, на то, как он живет, на то, как он выглядит и так далее. Они сделали вывод, что он был очень мудрым. Но я хочу вам сказать, это все происходило во времена, когда Соломон очень сильно почитал Бога. Когда началось там типа 700 жен и 300 наложниц, там все стало намного сложнее с мудростью, правда же? Потому что сама мудрость, она как бы не располагает к такому количеству. Причем разных, написано, что жены, которые были из разных народов языческих, они развратили его сердце. Одна говорит, нужно поклоняться этому, другая говорит, слушай, я все детство кадила, там дымок пускала, там и так далее. Третья говорит, нужно так. И Соломон, который знал Бога, и Бог дал ему мудрость, в какой-то момент стал немного странным, знаете, он стал таким наполовину, а может быть процентов на 80 язычником. Итак, мудрость является словом от Бога. Мудрость приходит от Бога, поэтому ее ценность является очень важной. Ее ценность является просто неоценимой. И знаете, мудрость, я скажу так, это одна из причин, почему мы в церкви, почему мы посещаем церковь, почему мы слушаем учения, почему мы читаем Библию, почему мы общаемся с более зрелыми верующими, потому что нам нужна мудрость. Я не знаю, как вам, мне нужна мудрость. У меня уже седые волосы, не совсем еще, но я думаю, Господи, если бы ты дал мне мудрости больше, я бы не ступил там и там, я бы поступил по-другому. Мне нужна мудрость, потому что мудрость нужно искать, написано, мы прочитали, о ней нужно просить, она не появляется сама по себе, и это дар от Бога, мудрость является очень драгоценной, она очень ценна, и знаете, в чем ее ценность? Она защищает тебя и меня от скверных решений, она защищает тебя и меня от неверных решений, Кто из вас сильно хочет принять парочку скверных решений, которые бы развалили вашу жизнь в прах и пепел? Поднимите руку. Мы этому научить все можем друг друга, правда же, да? Но мудрость как раз-таки, она является той, которая защищает нас от скверных решений. Она дар, который помогает нам, знаете, дает нам уверенность, чтобы мы могли продолжать идти вперед и не останавливаться, принимая правильные решения. Потому что мудрость – это оружие, которое Бог дает своим детям, своим воинам, своей церкви. Она устраняет путаницу во многих вопросах и заменяет ее ясностью. Вдруг ты начинаешь понимать, что вау, а вообще-то ничего здесь сложного. Вот так поступать, ладно, я не буду забегать вперед. Это очень важно. Она разбивает очень сложные решения на череду каких-то маленьких важных шажков. И вся эта сложная, знаете, конструкция оказывается не такой сложной, потому что мудрость помогает тебе сделать шаг за шагом.
А что еще делает мудрость? Она предупреждает на надвигающиеся опасности. Она видит симптомы. Знаете, у каждого заболевания есть симптомы. Правда же? Написано в Писании, что мудрый видит беду и укрывается. Знаете, беда случается в разных, она приходит в разных ипостасях, в виде кризиса, в виде болезней, в виде каких-то разных сложных обстоятельств, конфликтов и так далее, и так далее, и так далее. Но мудрость, которая приходит от Бога, она предупреждает нас о надвигающейся опасности. Мы начинаем понимать, стоп. Здесь не все так просто, это не такая простая ситуация. Господь, дай мне мудрость, как мне поступить в той или иной ситуации. О чем мы говорим сегодня? Мы говорим о том, что важно искать мудрость. Но это не означает, знаете, что мудрые люди имеют иммунитет против греха. Неправда. Мужчины и женщины, если даже они являются очень мудрыми, они нуждаются в подотчетности, они нуждаются в заботе, они нуждаются даже в большей степени, чем больше мудрости они имеют. Например, Библия говорит в Иеремии, 9 глава, Андрей, если можешь высветить, 23 стих, написано здесь, что мудрые люди тоже подвержены гордости. О, как это? Мудрый Соломон мог стать таким гордым и самонадеянным и привести в свой, ну я не скажу дом, в свой гарем 700 жен и 300 наложниц. Он же был очень мудрым, и эта мудрость пришла от Бога, но где-то с этим пришла и гордость. Знаете, он был очень влиятельным человеком. Все сделал Давид. Давид победил всех врагов, все платили дань. Помните, да, читаете? Деревья Ситим, кедр, золото. Серебро, медь была как серебро, серебро было как золото, золото не было таким, это все было во времена Соломона, но это все сделал Давид. И вы знаете, да, Бог дал мудрость Соломону, на каком-то этапе он понял, что, или он решил для себя, что, ну окей, 10 жен и 30 наложниц, 20 жен, но я просто думаю, ладно, может, я чего-то не понимаю, конечно же, не понимаю чего-то, но 700 жен и 300 наложниц – это занадто. А говорят, что он из занадто, то он и здраво, правда же, да? Ну, при условии, что большая часть из них была языческие, ну, из языческого сословия, оттуда. Мудрость, смешанная с гордостью, если человек имеет мудрость, но он гордый, она думает, что... Знаете, он мудрый, он не может подчиняться правилам. Правила для всех, только не для меня. И знаете, вначале такая мысль может быть такой едва различимой в нашем разуме, но она разъедает наши убеждения внутри, наши ценности внутри. Она может их, знаете, разъесть, как ржавчина. И знаете, это что-то внутри начинает разрушаться, как разъеденный фундамент, как его как будто бы съели термиты, или коррозия, или влага, но что бы это ни было. И знаете, если гордость не обуздывать, она превращается вместе с мудростью в дерзость. Человек становится дерзким. Библия иногда говорит, что они дерзостны. Они стали предо мной дерзостны. И знаете, очень грустно бывает видеть, когда некогда мудрого человека, который позволил гордости, и он, гордость пришла в его жизнь, и он ослабил страх Господень. Страх Господень ушел на задний план в его жизни. Это печалька, честно скажу вам, это печально, потому что мудрость – это дар от Бога, который призван, и он послан для нас, чтобы мы могли, мы были побуждаемыми служить Богу для Его царства и так далее, то есть быть полезными для Его царства, потому что мудрость дается нам, вы знаете, мы, может быть, думаем, сейчас Бог, я попрошу, Он даст мне мудрость, я приму очень важное решение и стану самым богатым и влиятельным человеком. Может быть и да, но это все побочный эффект, потому что, когда мы читаем о Соломоне, он просил не богатства и славы, вы здесь? Но он просил мудрости, и написано, Бог сказал, ок, так как ты не просил этого, я дам тебе
и все остальное, но ты просил у меня мудрости. Итак, если использовать мудрость в эгоистичных целях, она превращается в корость. Поэтому, когда мы хотим мудрости, мы ищем общение с истинно мудрыми людьми. Кто такие истинно мудрые люди? Я вам дам подсказочку сегодня. Настоящие мудрые люди, запомните это раз и навсегда, это те люди, у которых главным приоритетом в жизни является Господь. Он есть источник мудрости. Я сомневаюсь, что люди, которые ставят Бога ни во что, они могут иметь мудрость настоящую в своей жизни. Да, они могут быть умными, образованными, и вопросов нет, но мы говорим немного о другой мудрости. Поэтому мудрость, если она ее совмещает с разного рода примесями, например, с духовной халатностью или еще и так далее, она дает не совсем хороший эффект. Но мудрость в сочетании со смирением и послушанием Богу готовит нас к тому, чтобы мы достойно прожили свою жизнь. Если мы в смирении и почитание относимся к Богу, то мудрость, которую мы от Него получаем, это готовит нас к достойной жизни, которую мы проживаем. И настоящая мудрость является уместной во всех ситуациях. Назовите мне хотя бы одну ситуацию, где Божья мудрость является неуместной. Отношения, служение, бизнес, работа, что там еще, что семья, дети. Да нам нужно, мы просто не можем без этого, знаете. Иногда мы думаем, вы все знаете, о чем идет речь. Мы думаем, что у меня уже такой опыт, я уже 5 воспитал там или 6, у моей тети было 12. Царство ей небесное, но она в небесном царстве, это я так. Вот. Маминой сестре, у нее было 12. Я до сих пор не знаю всех их, которые 12, и которые вышли из этих 12. Там, если по 2, это уже 24. А обычно в тех семьях было побольше детей. По 5, это уже 50 или 60. Вот. То, знаешь, иногда не хватает памяти, чтобы всех помнить, например, если бы она была жива, ей сложно было бы запомнить всех внуков по имени, да, если их 12, и у каждого, 4 ребенка, 48, собрались в какой-то момент, 48, а там еще дожил до правнуков, еще 48, ну, и того человек 100-120 за столом, и ты вообще даже не помнишь, кто это. Ладно, мне простительно, я не помню, сколько их у нас родственников, очень много. Ладно, не об этом. Поэтому подлинная мудрость, она уместна во всех ситуациях. И ищите ее в Библии. Где ее искать? Я скажу, ищите ее в Библии, ищите ее в книгах, ищите ее в людях, в жизненном опыте, в творчестве. И когда мы находим ее, эту божественную мудрость, нам нужно как должное ее применять и благодарить Бога за результаты, которые являются последствием мудрых решений. Если кто-то верит в это, да скажет аминь. Нам нужно позволить мудрости смирить нас. Может быть, вам это не нравится, вот эта идея. Но мудрость, я чуть позже скажу еще об этом несколько слов, она нас смиряет, но не дает нам чувство превосходства. Настоящий мудрый человек, он никогда не будет превозноситься. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, там написано. А, да, Павел сказал. Мирская мудрость какая? Исходящая свыше. Во-первых, во-вторых и в-третьих. Если вы видите гордеца, который превозносится над кем-то и всем видом дает тебе знать, что ты ниже на ступеньку, и у него есть проблемы. Потому что мудрость, исходящая свыше, во-первых, мирна, она не воюет. Во-вторых, там, послушна. Ну ладно, посмотрите дома. Итак, она не дает нам чувства превосходства. Мы не чувствуем себя превосходящими, знаете. Я превозношусь над тобой. Мы будем искать ее до тех пор, пока... Сколько нам нужна будет мудрость? До тех пор, пока не придем в небеса. И она действительно нам нужна. И она всегда нуждается в подпитке от Бога.
И что нам нужно? Нам нужно использовать молитву как путь Божьей мудрости, как путь получения Божьей мудрости. Вы знаете, мне кажется, молитва – это более эффективный способ, чем посмотреть какой-нибудь современный, самый последний фильмец, боевичок и почерпнуть оттуда Божью мудрость. Может, она где-то там и проскочит, но, может быть, ты ее даже там и не заметишь. Но молитва – это средство наверняка, как получить Божью мудрость в какой-то ситуации. И она приближает нас к Небесному Отцу, когда мы поклоняемся и зависим от Него, когда мы свои мудрые устремления направляем к Нему. Аминь. Можете еще минут несколько послушать меня? Я еще кое-что хочу сказать сегодня. Нам нужно щедро делиться мудростью, если она у нас есть. Нам не нужно прятать свою мудрость, но делиться с людьми, чтобы делиться с ними теми жизненными уроками, которые мы пережили, которые мы прошли в результате того, что Бог дал нам мудрость. Правда же? Через это Бог укрепляет нашу веру. У нас у всех, я скажу, я не ошибся, у нас у всех есть мудрость, которой мы можем поделиться. Не только у стариков, не только у пожилых людей, которые прожили 50, 60, 80. У нас у всех есть опыт. И очень важно принимать опыт и делиться опытом, потому что мудрость очень важна. Итак, первое, о чем я говорил сегодня, это важность искать мудрость. Важность искать мудрость. И ищите мудрость. Делитесь мудростью, мудростью смиренной, мудростью мотивированной Господом. Еще одна вещь, которую хочу сказать сегодня. Мы прочтем с вами притчи Соломона. Что-то притчи, так мы и застряли. Начало мудрости, страх Господень, глупцы 1.7. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Если мы прочитаем с вами также книгу Откровения, это будет короткое местописание, 13.18, и там написано, есть такое выражение «здесь мудрость», да? «Здесь мудрость», «кто имеет ум, тот сочти» и так далее. Но о чем идет речь? Нам нужна мудрость. Скажи своему соседу, мне нужна мудрость. Вы знаете, мудрость, она проходит сквозь чувства, эмоции, там весь этот взрыв и так далее. И вот она приближает нас к сути ситуации. В чем заключается суть? В хорошем вопросе. Как правильно поступить? Как правильно поступить? Не как хорошо поговорить об этом. А мудрость учит нас, как поступать правильно. Это полезный вопрос в процессе нашего рассуждения. Правда же? Что в лучших интересах? Что будет правильным? Как правильно поступить в отношениях с мужем в кризисной ситуации? В докризисной ситуации? В посткризисной ситуации? Как правильно? Часто Бог говорит нам через что? Мы знаем, через Духа Святого, через Слово, через людей, через помазанников. Бог говорит с нами через деньги и очень часто говорит с нами через их отсутствие. Нет, деньги не имеют, ну, они имеют определенный голос, но, может быть, Господь что-то хочет сказать нам по этому поводу в данной ситуации. Почему я нахожусь в таких обстоятельствах? И это мудрость. Не детализирую. Возможно, сегодня во время кризиса нужно быть более рачительным распорядителем. Слушай, ты вообще о чем? Мы люди веры, аллилуйя! Мы люди веры, конечно же.
но нужно быть также мудрым. Мудрое управление привлекает. Теперь мы говорим о призыве к мудрости. Мудрые люди не являются нетерпеливыми или людьми, доведенными до отчаяния. Потому что что делает мудрость? Она позволяет сделать шаг назад и подумать. Перед тем, как рубить с плеча или включать полный ход. Итак, нам нужно искать мудрости постоянно. Это значит, что нам нужно искать Бога постоянно. Мудрость – это поиск понимания Божьего взгляда. Потому что это не просто человеческая логика. Когда я вообще ничего не понимаю, Бог-то понимает. Когда мне вообще ничего не ясно, когда вот передо мной тупик, я не могу. Бог ведь все знает. Вы знаете, да? Вы слышали об этом? Разум его не исследим. Вообще для него это маленькая проблема, это может быть вообще не проблема для него. И когда мы ищем Бога не для того, чтобы доказать ему что-то, мы ищем Господа, мы ищем Божий взгляд на эти вещи. И когда мы находим мудрость, скрытую в Божьем Слове, в Божьем присутствии, эта мудрость становится абсолютно уместной для нашей жизни. Это не то, что Бог сказал тебе что-то. Знаете, как я слышал пророчества разные еще в 90-х или в конце 80-х. И ты вообще не понимаешь, куда его приклеить или к чему его пришить, это пророчество. Как на одном собрании, знаете, молились братья и сестры. И один видит видение и говорит: вижу, Господь на лыжах, спереди, на облаках, спереди руля, сзади огонь. Это истории конца 80-х. Ну да, это какое-то откровение, знаешь, но в чем мудрость? И все сидят, я был на таких собраниях, знаете, еще был мелким подростком, и все сидят и думают, у брата должно быть или у сестры какое-то точно должно быть истолкование. Ну почему? Ну знаете, и пришли к выводу, раз на лыжах, значит зима, если огонь спереди руля, сзади огонь, значит, придет быстро. Вот. И к чему сия мудрость вообще? Или, знаете, еще одно. Я уже давно не рассказывал эти истории. Называется «Привет из Сан-Франциско». Молится группа верующих. И встает брат и говорит: братья и сестры, видел видение. Ну и что? В духе был в Сан-Франциско. Братья и сестры из Сан-Франциско передают всем сердечный привет. Нет, я вам не рассказываю сказки, я рассказываю о том, на каких я собраниях был. Вы думаете: о, Господи. Ну и мудрость в чем? Сидели, рассуждали, и на кого-то сошел дух мудрости, знаешь, премудрости и откровения. И, в общем, решили, братья и сестры, помолиться и передать братьям и сестрам в Сан-Франциско привет в духе. Ку-ку. Я тогда так не думал вообще. У меня был такой толстый. Я не унижаю это все. Но у меня был такой толстый большой блокнот с пророчествами. И я его выбросил. Начал читать Библию. Пророчество на все случаи жизни. Знаете, Библия – это кладезь мудрости, там есть Божья мудрость, и Бог хочет, чтобы мы нашли ее там, потому что я не просто молюсь, я не просто читаю Библию, я не просто размышляю над Божьим Словом, потому что пастор сказал, ну потому что надо, потому что прилично, ну как это, придет спрашивать, ты когда Библию читал? Да я месяц уже Библию не читал, как-то стыдно, правда же, ну мы так и не спрашиваем в церкви, чтобы никого не поставить в неловкое положение, а то придется или соврать, или опустить глаза, уйти, лучше не спрашивать, когда ты читал, ну надо почитать Библию, хотя бы одну строчку, так говорит Господь, я сегодня читал, так говорит Господь, конечно, он всегда говорит, так говорит, вот так и говорит, а что он тебе говорит? Мудрость мы черпаем, знаете, из Божьего Слова, мы наполняемся, мы ищем, знаете, кто-то мне сказал в какое-то время, не так давно, какой-то брат сказал: слушай, пастор, я уже...
Все, до свидания. Я уже не слушаю проповеди, я уже не читаю книги, я ничего не читаю, не слушаю, я просто читаю Библию. А Библию ты читаешь часто, через раз, конечно. Так и, в смысле, я считаю, что все это человеческое, все это от человеков, это все человеки, это все человеческое. А я говорю, слушай, а я слушаю проповеди. Я подписан на разные каналы разных служителей. Я читаю, слушаю. Вы знаете, а как научиться мудрости, если, простите, если не читать? Итак, мудрые люди и мудрость помогает нам разобраться в признаках. У нас ведь везде окружают признаки. Мы даже не обращаем на это внимания. Иисус говорит ученикам и толпе, говорит, вы же знаете, что вот это вы видите, это уже знаете, что лето скоро, да? А вот это вы видите и знаете, что зима скоро. Скоро период дождей. Они же знали это, знаешь? Мы же не живем так, что мы, простите за выражение, в трусах с пляжа и сразу в снег. Нет, мы свои шорты прячем, одеваем более тепленькие вещи, как-то переходим, знаете, или прямо из холода в жару. Нет, мы заботимся. Это глупо, это не мудро, потому что мы понимаем, я вы знаете, вот вчера, позавчера на улицу вышел, думаю, ля, норм, классно, фух, хоть отдохнуть немного. Можно, так вот жара спала. А сегодня там ко мне приезжали люди, нужно было поговорить с утра. В 8 утра вышел на террасу с чашкой кофе, думаю, да, сегодня будет тепло. Признаки. Потому что, когда я выходил пару дней назад на террасу, мне хотелось что-то накинуть. А сейчас мне хотелось все скинуть и ходить в шортах по двору. Почему? Тепло. Признаки, знаете, вот мудрость, она такая, она видит признаки. Она, знаете, видит, что вот скоро катастрофа. Отсутствие мудрости не видит. Написано, глупый идет на рожон и наказывается. Нет, он неплохой, не то чтобы, все такие глупые, эти глупцы. Нет, просто человек, он не имеющий мудрости, он прет на рожон, знаете, выходит на проезжую часть, и его сбивает машина. Зачем ходить на проезжую часть? Ну, все мы это знаем. Тем более, когда, слава Богу, они там строят все эти заборчики на скоростных дорогах и так далее, чтобы, скажем, чрезмерно умные не перелазили и не переступали. У нас был один человек в церкви в Донецке еще. У него фамилия была Убийконь. Вот. Плохо иметь фамилию Убийконь. Он и так был таким прикольным. Я когда с ним познакомился, он пришел в церковь. Я говорю, Серега, а чем ты занимался в жизни? А он такой, знаете, бандюковатый такой. Он говорит, я банки выставляю. Я говорю, класс! Добро пожаловать в Царство Божие. Ну, в смысле, он там махинации, махлевщик еще тот был. Ну, Бог его спас, жизнь у него изменилась. Но вы знаете, вот плохо, когда у тебя фамилия Убийконь. Потому что он все-таки убил коня на дороге где-то на Западной Украине. Чудом остался жив. Я ему говорю, слушай, почему ты фамилию не поменял? Тебе надо хоть после этого поменять фамилию. Знаете, какой-то селюк выехал просто. А он не различил признаки. Я уже понимаю, я сам живу в сельской местности, нормальная сельская местность, там есть разные селюки такие, бывший там генерал МВД или СБУ, а есть такие вот такие селюки, знаешь. Ты смотришь, он просто идет, он просто едет поперек дороги. И вот Сережа Убийконь ехал на Западной Украине, и там, говорит, была такая нормальная скорость. Его друг сидел за рулем и потом устал уже и присел справа, этот сел за руль и говорит, он просто захотел отдохнуть, и его счастье, он откинул сидушку, он сидел справа от водителя, и вот лошадь упала прямо на то место, и вот крыша автомобиля оказалась у него прямо перед глазами, а оглобля прошла мимо рулем и сиденьями и уперлась, прошила заднее сиденье.
но он остался жив. Ну, пьяный Селюк, он, знаете, улетел метров на 6 где-то в поле туда, на обочину, обтрусился, встал такой, не поймет, в чем дело, даже говорит, синяков нет, но лошадь убил. Знаешь, я к чему? Я о признаках. А где здесь признаки? Но если у тебя фамилия Убийконь, и тебя постоянно называют Убийконь и Убийконь, то может лучше сменить фамилию. Нет, я не говорю сегодня о смене фамилии. Это смешная история. Но мудрость, что дает мудрость? Мудрость, она становится неотъемлемой частью нашей жизни. И мудрость, она показывает нам на некоторые симптомы. То есть мы начинаем понимать, что, вау, стоп, этим путем идти нельзя, сюда нельзя. Такие решения принимать не мудро, потому что следующий шаг может стать катастрофическим для твоей жизни. Не мудрый не знает, а мудрый знает, потому что он взывает к мудрости и так далее. Более того, самой главной драгоценностью приобретения мудрости является, что, как Библия говорит, страх Господень. Является самой главной драгоценностью приобретения мудрости. В притчах написано 1.7. Начало мудрости. В начале мудрости страх Господень. Это не начитанность, это не эрудированность. Знаете, мудрость это что-то, что строит, это что-то, что применяется в практической жизни, это что-то, что руководит нашими решениями и так далее. Поэтому страх Господень делает возможным получение мудрости для нас. Нет страха Господнего, не надо думать о Божьей мудрости, потому что Бог через это не переступает. Не буду говорить вслух, но кто-то сказал, неудивительно, что наш мир полон глупцов. Нет, я не оскорбляю никого. И глупец это неплохой человек. Это человек просто не знает, как поступить. Потому что начало мудрости страх Господень. А страх Господень приходит от Бога. Аминь. Потому что когда люди теряют страх Господень, их покидает мудрость. Вы знаете, первым признаком потери мудрости является потеря страха Господня. Если человек перестает бояться Бога, не в смысле, понимаете, бояться, трястись, уважать Бога и относиться к Богу и к Его Слову с уважением. Следующее, это может быть потерей мудрости. Потому что страх Господень в нашей жизни и в нашем сердце, Он готовит нас к мудрости. Поэтому нам очень важно не становиться таким, знаете, религиозными, такими всезнающими, такие мы привыкли к Богу, мы уже знаем, что, зачем и как. Я знаю, когда аллилуйя сказать и когда аминь, пастор, что ты тут рассказываешь. Да, я вообще без претензий на мировое господство. Я уже и так все знаю. Конечно, я даже думаю, что, может быть, вы больше Библию меня прочитали. Вы, может быть, намного больше молитесь, чем я. И я вообще не спорю с этим. Но речь идет не об этом. Когда мы становимся привыкшими к Богу, знаете, мы привыкаем, и это становится для нас, знаете, мы становимся такими экспертами, христианами. Ну, чего ты мне еще скажешь? Ну, это не в смысле ко мне, а вот я закончил 4 библейские школы, 4 там, я закончил 3 пророческие школы, 4 апостольских и так далее. Что ты мне можешь сказать? Я думаю, что, чтобы не сказать ничего плохого, со всеми этими бумажками можно сходить в одно место, не туда, куда вы подумали, если они не работают, эти бумажки, эти дипломы. Потому что можно закончить 30 школ пророческих, апостольских, знать все видения, И иметь все знания и просто зарубить все или завалить всю жизнь на корню. Потому что страх Господень – начало мудрости. Уважение к Богу – начало мудрости. Писание призывает нас вкусить. Кто из вас кушал на этой неделе фрукты? Или вам нравятся фрукты? Черешня. Не 3 килограмма. 3. Не будем об этом. Персики, например. Или, но грешу, конечно, скажу вам честно, что-то я расслабился в этом сезоне. Каждый день кушаю мороженое.
Аллилуйя? Да не очень аллилуйя, конечно. Но никто мне не может запретить, понимаете? Я еду сам. Раньше мне говорили так: ты же хочешь худеть, держи себя в руках, убери руки. А теперь я просто еду, заезжаю, покупаю мороженое, какое мне нравится. Каждый день, скажу вам по секрету, два. Утром и два вечером. Шоколадное в шоколаде. Квадро-шоколадное. Тебе тоже нравится такое? Я не буду рассказывать вам, где, как и какие. Знаете, вот просто вчера ехал уже домой где-то в начале первого ночи. Где ты шляешься, пастор? Секрет. Заехал я в магазин и думаю, ну интересно, в этом магазине есть мороженое? Конечно. И что вы думаете, я съел два шоколадных в шоколаде где-то в пол первого ночи за 15 минут до приезда домой. И знаете, у меня был отличный детский сон. Но надо немного теперь отжиматься, работать над собой и так далее. Да, я о чем? Я не об айскриме. Мудрость нужно вкусить. Вы знаете, нужно вкусить плодов мудрости. Знаешь, я иногда, когда ты думаешь о том, что тебе нравится. Раньше в детстве это была вообще тема. Я был вот айскрим, мороженое, это просто сейчас полегче. Но ты знаешь, когда ты думаешь о шоколадном в шоколаде, хорошем мороженом, да? Здесь это мороженое ничего по сравнению с некоторыми, которые я кушал в Израиле, например. Ты только подумал, и уже рот полон слюны. Вкусите, Писание говорит, и Господь говорит, вкусите и познайте, как благ Господь. То есть нам нужно вкушать мудрость. Вкусите и посмотрите, как хороша мудрость. Вы знаете, не слышал, вот мне будет 50 в этом году, я записываюсь в клуб полтосов, пятидесятников. И вот не слышал ни разу в своей жизни, чтобы кто-то сказал, как я устал. У меня столько мудрости. Господи, забери хотя бы процентов 20. Вы не сталкивались с таким человеком? Если у вас есть такой человек, я поеду на экскурсию, заплачу деньги за билеты, я пойду с ним поговорю. Соломона нет в живых, понимаете? На этой земле, то к нему ездили и смотрели. Но Писание говорит, что мы должны вкусить, и нам нужно вкусить мудрость. О, у меня слишком много мудрости, такого не бывает. Нужно взывать к мудрости и вкушать ее. Можно еще у вас немного взять времени, чуть-чуть? Одно очень важный аспект, который я хочу сейчас затронуть коротко, это то, что я так и называю это. Мудрость от чего? От ума. От смирения. Можно продолжить в этом направлении? Или сказать аминь? А что так тихо, не понял? Мудрость! Слушай, пастор, зачем ты об этом говоришь? Страх Господень. Там есть и все такое. Еще одно условие. Мудрость от смирения. Мудрость сопутствует смирению. Она является это библейское, конечно, понятие, но мы немного разберемся в этом. Она является неотъемлемой частью смирения. Смирение вмещает огромнейший объем ценнейшего содержания. Знаете, смирение — это как огромный резервуар, в котором не просто вонючая вода, которая зацвела, и ты открываешь крышку, а там это что-то, что стоит много денег. На самом деле мудрость является одним из почитаемых ее источников смирения. Если я желаю мудрости, если я хочу быть мудрым, я не буду глупым в том смысле, чтобы не позволить мудрости или смирению занять место в моем сердце, в моей жизни. Потому что смирение обеспечивает, я еще раз скажу,
Я не ошибся. Смирение обеспечивает достижение мудрости. Как? Так же, как водитель обеспечивает доставку пассажира. Вы хотите? Вы знаете, это нормально, чтобы таксист привез... Катя, если можно, кто-то играть на клавишах. Это нормально, чтобы кто-то привез пассажира, например, и со станции метро Теремки на станцию метро Дарница, если он вызвал такси. Нормально или как? Как вы думаете? И кто это все делает? Это делает таксист, это делает водитель. Так вот, смирение обеспечивает достижение мудрости, точно так же, как водитель обеспечивает доставку пассажира. Мудрость сопровождает смирение. В некотором смысле мудрость находится в тени смирения, знаете. Мудрость бросает свою тень на смирение, но смирение стоит рядом с мудростью. Вы знаете, бессмысленно заявление какого-то гуру, который говорит о том, что он знает все. Смирение не оставляет сомнений в своей потребности, в мыслях Иисуса Христа для взаимодействия с его разумом. Смирение достаточно умно, чтобы признать то, что ничего не знает, как должно знать. Мы можем иметь огромный багаж знания, но смиренный человек, он признает, что, как Писание говорит, он ничего не знает, как должно знать. Вы знаете, очень большая часть жизни, она простирается далеко за пределы человеческой разумности. То, что я разумен, я научился, я знаю. Хотите о смирении немного? Тогда вам придется в смирении послушать еще кое-что. Не злитесь на меня. Я скоро заканчиваю и пойду домой. Итак, можно сказать, да? Приготовьтесь. Миша, ремешки раздай. Пристегнуться. Сейчас взлетай. Ладно, хорошо. Хорошо, я буду говорить, чтобы вам было легче, я буду говорить о себе. Как бы как о себе. Но вас имею в виду тоже. Итак, я не настолько объективен, чтобы принять наилучшие решения в рамках моего собственного ограниченного понимания. О чем я сказал? Я не могу принять самое лучшее решение в моей жизни. Будь я трижды образованный, потому что мне не хватает объективности. Откуда ты знаешь? Вы знаете, есть такая история смешная, как слышали, как три слепых описывали, кто такой слон. Не слышали, нет? Это просто очень яркая картина того, насколько мы можем быть объективными. Когда спросили одного слепого, они подошли к слону и спросили, что для тебя слон? Он сказал, это такая толстая змея. И да, и нет. Это толстая, как змея, но это не змея, правда же? А у второго спросили, а ты, что для тебя слон? Он сказал, это такой толстый, такой этот, ствол дерева. Вы даже знаете, о чем-то. Спросили у третьего, он говорит, я не знаю, что это, но это что-то очень сильно вонючее. А это очень сильно воняет. Вы знаете, это все про слона. Но это не все про слона, это всего лишь вот так, да? Вот мы в своей жизни, мы бываем, нам не хватает объективности, мы не настолько объективны, но Бог все знает, все может. И Он еще и говорит, если вам не достает мудрости, ну, не хватает мудрости, ну, не понимаю я, ну, не могу я, не могу, не разберусь я в этой ситуации. Да, я все знаю, но это не работает. Я знаю, как воспитывать детей. Я знаю, как зарабатывать деньги. Но не работает. Не работает прямо сейчас.
Ничего не происходит. Я применил все свои знания. Я уже замучил всех и себя. Но не работает. Вы знаете, а иногда нужно просто маленький ключ. Просто какой-то, какая-то деталь, которая изменит все. И все станет на свои места. Мы нуждаемся в Божьей мудрости для того, чтобы Он омыл наше мышление и вселил в нас свою праведность. Смирение дает нам приобрести мудрость от Бога и других людей. Вы знаете, написано, что Иисус Христос, вау, вы читали об этом? Луки 2:52. Он возрастал в мудрости. Иисус возрастал, да, Он возрастал в премудрости. Он возрастал в уважении Бога и людей. Теперь, закругляясь в этот пункт, и уже закругляясь вообще, мы говорим о мудрости и смирении, несколько слов скажу, что гордость отталкивает нас от принятия мудрости. Кто из вас знает, что такое положение вне игры в футболе? Это как будто... Вот, вы знаете, открою вам секрет. Я в камеру скажу, а вот я сейчас вне игры. Ты заметил, Антон? Знаешь почему? Вы знаете почему? Голос есть, а меня нет. Вот когда вы будете смотреть эту проповедь, вы не увидите меня здесь. А вот здесь я в игре. А знаете почему? А вот здесь полосочка из скотча. Ее наклеили. Почему? Потому что я бегаю постоянно туда-сюда. И меня ограничили, сказали, сюда не выходить. Я вот я вам скажу, вы заметили, да? И сюда не выходить. Потому что там уже камера не ловит. Потому что я буду говорить за кадром. Вне игры. Гордость, она, знаете, как бы ставит человека вне игры. Поэтому, знаете, без смирения я как бы нахожусь вне позиции для принятия правильного решения. Если я не смиренный, я как бы, знаете, голос вроде как и все и происходит. Свет горит, а дома никого нет, да? Или свет горит, а лифт еще не поднялся. Вроде бы я здесь, но меня нет, я за кадром, я вне игры. Нет мудрости для принятия мудрого решения. Почему? Потому что нет смирения, потому что гордость. Гордость выводит тебя из положения вне игры. А когда человек попадает, футболист, в положение вне игры, ему выписывают штраф. Команда противников выбрасывает мяч из-за положения вне игры. Правда же, да? Я прав или нет, друзья? Поэтому чуть-чуть тише. Мы можем желать мудрости, смирения. Нам будет недостаточно, если мы полны гордости, нам будет недостаточно небесных инструкций. Нам будет недостаточно Божьих инструкций, потому что мы не сможем принять правильное решение. Мы не будем достаточно смиренными, чтобы принять инструкцию от Бога. Потому что иногда Бог скажет тебе такое, чего ты не хочешь. А? Потому что смирение на самом деле дает нам в сердце жажду мудрости. Оно проявляет аппетит к мудрости. Несколько слов еще скажу по этому поводу. 1 Коринфянам 20 глава. Вернее, 1 Коринфянам 1 глава 20 по 30 стих. Здесь написано о двух видах мудрости. Земная, душевная, бесовская, да? И Божья мудрость. Мирская мудрость сосредоточена на гордости. Я, мне, мое. Это борьба за власть между теми, кто переплюнет оппонента или кто докажет больше свою правоту. Для гордого это все конкуренция. Он с глупостью пробивает себе место с помощью своей силы. Что делает смиренный человек? Смиренный человек, он знает Бога. И он знает, что Бог управляет шествием. Бог управляет нашей жизнью. Слушайте, а если в это не верить, тогда для чего мы здесь сидим вообще? И зачем миллионы людей сидят в церкви? Если не Бог управляет нашей жизнью. Я все еще верю, что Бог управляет моей жизнью. Для этого нужно быть немного смиренным, но это правда. И если я верю, что Бог управляет моей жизнью, тогда я ожидаю от Бога. Я не работаю локтями.
Я не хочу свернуть кому-то голову, чтобы стать впереди, кого-то задвинуть, кого-то вытолкнуть, занять местечко в очереди, знаете? Почему? Моя вера в Бога позволяет мне думать, что Бог управляет моей жизнью. И если сегодня кто-то поставил мне подножку или выкинул меня, это ничего не меняет. Это ничего не меняет. Потому что есть Бог на небе, который управляет моей жизнью. И смирение доверяет божественной мудрости. Гордость сопровождается стыдом и позором. Гордость, возможно, дает человеку то, что он хочет, но, знаете, человек получает, я бы сказал так, он получает то, что он хочет, но в зеркале заднего вида он всегда будет видеть отблеск позора. Знаете что? Я достиг своей цели, но как я это сделал? Кого я унизил? Кого я раздавил? И так далее. Это уже не вопрос. Но Писание говорит, что это мудрость мирская. Лучше быть смиренным человеком и следовать путям мудрости. Потому что перед тем, как сказать аминь, я, конечно, не закончил тему, это длинная тема, конечно, ее невозможно закончить, но скажу, мудрость помогает тебе хорошо отдохнуть. Она снимает напряжение. Мудрость дарит благодать. Мудрость приводит к результату без сожалений. Поэтому я хочу смиренно пригласить благую мудрость Божью в свою жизнь. И весь народ да скажет. Аминь. Давайте помолимся. У вас есть что-то спеть, да? Вы споете после этого? Господь, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя о Твоей мудрости. И я хочу сказать Тебе сегодня, что мы все здесь нуждаемся в Твоей мудрости и в Твоем божественном руководстве. Твое слово говорит, что когда мы ищем Тебя ищем, мы найдем Тебя и найдем мудрость, потому что мудрость приходит из Твоего сердца. И, Господь, мы молимся сегодня, чтобы мы были людьми, в жизни которых есть страх Господен. И мы были людьми, которые полны смирения, которые не гордые, но смиренные люди, которые открывают путь для Божьей мудрости. Мы отказываемся сегодня воевать за место под солнцем. Мы отказываемся сегодня поступать, как Ты сказал, через Твоего слугу, апостола Павла, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, мирна, чиста, послушлива, полна добрых плодов, а мудрость мирская, она душевная, она бесовская. Мы не хотим, Господь, чтобы мы жили свою жизнь и были наполненными мудростью мирской, но пусть божественная мудрость наполняет нашу жизнь. Господь, мы хотим чувствовать вкус этой мудрости в наших решениях, чтобы, оглядываясь через время, мы могли сказать: «Вау, Господь провел меня, Бог дал мне мудрость, Бог помог мне принять столько важных и правильных решений в моей жизни, Господь, во имя Иисуса Христа». Мы понимаем также, что никогда не наступит тот момент, когда уже будет достаточно мудрости, потому что никогда не бывает одинаковых ситуаций, потому что никогда не бывает одинаковых обстоятельств, Господь. И сегодня мы нуждаемся в мудрости, нуждаемся, как поступать, какие решения принять, куда идти, что делать, как тратить деньги, где работать, как служить Тебе, Господь. Есть масса вопросов, есть сотни вопросов,
Господь, на которые у нас нет ответов. На какие-то у нас есть ответы, но Ты сказал нам в Твоем Слове, чтобы мы просили мудрости, чтобы мы были смиренными людьми, и чтобы мы могли иметь страх Господень, и чтобы мы нуждались в Тебе, потому что Ты даешь мудрость из уст Твоих, знания и разум. Господь, я молюсь за каждого человека в церкви. Пусть на самом деле в нашей жизни царствует Твоя мудрость. Пусть в нашей жизни царствуешь Ты, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть Слово Твое будет сильным в нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все доскажут. Да.